В Москве на большую конференцию собрались эксперты в области благотворительности. Одним из организаторов форума стал Архангельский центр социальных технологий «Гарант». Главная тема дискуссии – развитие благотворительности в регионах. Как выяснил Евгений Ноня, Архангельской области есть чем похвастаться. Уже на открытии оптимистичные заявления. Экономический кризис не стер строку благотворительность в бюджетах федеральных корпораций. В регионах также компании вряд ли пожертвуют репутацией помощника. Но все не так красочно, когда слово берут эксперты из провинций. Говорят, проекты Москвы хороши, но создаются в пределах МКАДа, без оглядки на потребности регионов. Собравшись вместе, благотворители пытаются сократить дистанцию. Московская организация все равно никогда не поймет сущности проблемы. Мы не можем прийти с единым каким-то решением или инструментом для всех регионов. Да? То есть понятно, что здесь нужно находить решение в каждом месте. И вот тогда, естественно, вступают в силу те люди, которые знают сообщество, знают людей, да, которые способны создать партнерство. Известный благотворительный фонд Тимченко – давний партнер Поморья. Например, по программе «Активное поколение» помогает пожилым северянам не столько адресно, он поддерживает интересные инициативы старшего поколения. Еще один наш проект – благотворительный марафон «Добрый Архангельск». Добрыми он делает и бизнес, и неравнодушных горожан. Наша задача сделать так, чтобы каждый имел возможность поучаствовать в благотворительности ровно в том, тем способом, который для него является наиболее интересным. И это очень часто не деньги, это очень часто возможность самому что-то сделать для других. На конференции отмечают, благотворительность в Архангельской области развивается очень активно. В этом и заслуга бизнеса, который более 15 лет сотрудничает с местными некоммерческими организациями. Помогаю тем, кто готов что-то делать, потому что я в те тяжелые времена, в 90-е, что-то делала. Мне было точно так же тяжело, как все остальные, но я делала и сделала. И поэтому я готова поддерживать тех, кто готов делать. Благотворительность – это помощь не только детским домам, подчеркивают эксперты. Искать новые формы – одна из главных целей конференции, где некоммерческие организации в регионах сравнили с бодибилдером. Но наращивать мышцы он еще только начал. Евгений Ноня, Михаил Долинин, Вести Поморья, Москва.